Проводник специальной формы направляет колебания элементов эфира вдоль своей поверхности, заставляя их дребезжать. Важно, чтобы этот дребезг не затухал. Для этого проводник должен их сохранить. Такой проводник называют резонатором. Колебания сохраняются, если потерянные излучения будут не более 0,01%. В фильме, особенно компьютером, возможно все. Но в реальности все значительно сложнее. Чтобы добиться резонанса, необходима высочайшая точность изготовления резонаторов. Исключительная чистота материалов, разработка и внедрение новых технологий. Ясное понимание организации материи на субатомном уровне. Ну и, конечно же, финансирование реализации идеи.